Я снова здесь. Сегодня мы поговорим о самых важных юнитах в этой игре. Войны выигрываются не только солдатами. Кто будет строить казармы и заводы для твоих солдат? Кто будет захватывать точки, добывать ресурсы, строить генераторы, строить твое главное здание? Именно на рабочих держится вся твоя армия, весь твой боевой потенциал лежит на их хрупких плечах. И сегодня мы порассуждаем, у какой фракции самый сильный, самый эффективный рабочий. Открываемся мы с Эльдар. Эльдарский певец костей. И это грозная штука, ребят, на самом деле. Это очень высокий тир. Эльдарские рабочие имеют в своем распоряжении целый арсенал классных способностей. Это и дальний телепорт на пол карты, вот серьезно. Они могут постоять за себя в рукопашную. И самая главная способность, у них есть способность саркофаг. После исследования в главке накидывается этот саркофаг на здание, и это здание прекращает всю свою работу. Все производство в данном здании попросту останавливается на 30 секунд. Много это или мало? Решать вам. Но это классная штука. Давайте посмотрим, что сейчас будет происходить. Вот они подкрадываются, три рабочих. Готовятся, приседают перед прыжком. Прыжочек. Накидывается саркофаг, и производство в этом монолите в единственном здании некронов остановилось. Все, 92%, все, они стоят, вот засекаем, 50, грубо говоря, минуты 50, засекаем. Прыгнули еще два товарища, и начинают возводить здесь врата. Вот прям на базе, где-то на базе некрона, начинается постройка врат, и поехали турельки. Монолит все еще простаивает. То есть 50, вот уже 20 секунд прошло. Да, около 30 секунд. Стан монолита. Ага, стан. Второй накидывает сразу же еще 30 секунд. То есть если по очереди отсчитывать таймингом 30 секунд, здание вообще работать никогда не будет. Опа, столкнулся здесь с эльдарскими рабочими. И что же мы видим? Что же мы видим? Доблестные скауты не могут победить эльдарских рабочих. Упорная битва, и скаут умирает. Еще обратите внимание, еще и фаталочку прописали им, понимаете? Опа, истинный самурай. Вот и все. В миле за себя постоят они шикарно. То есть вот такие вот слабаки, им точно не помеха. Скаутов они зарежут на начальном этапе нашей чудесной игры. Ну что, как вам, ребята? Какой это тир, как вы скажете, а? Как вы думаете, какой тир? Опа, еще один появился, еще один бежит. Вот прям, ну вообще классно. Ну, я думаю, у меня вообще никаких сомнений нет по поводу этого тира. Они летят вот сюда в S+. Вот серьезно. Еще разок. Телепорт на полкарты. Рукопашная, причем нормальная рукопашная. И саркофаг. Полностью выключение производства в здании. Обалденно? Обалденно. S-тир, SSS+ тир. Гроты. Это работа гротов. А гротики у нас, в принципе, ничего не умеют, кроме как строить урочьи бараки из всякого мусора. Но они невидимые. Они невидимые, 50-20 стоит. Они бесплатно реинфорсятся. У них 100 здоровья. Еще 4 модельки добавишь, будет 500 здоровья. Невидимые, быстробегающие гроты, причем которых можно реинфорсить. Умерла, отреинфорсил. Реинфорс бесплатный. Классно можно проводить ими разведку, они очень быстро бегают, они невидимые. И есть еще одна прикольная у них штука. Они могут пофинговать. То есть помочь своим войскам заблокировать пути движения для вражеских войск. То есть они окружают, не дают, здесь же, где-то здесь мешается мэк, мешаются рубаки. Они окружают, мешают идти, и, соответственно, вражеские войска умирают. Кстати, обратите внимание, стреляют они вдаль больнее, чем бьют в рукопашную. То есть вот этот вот рабочий космодесантников, уже он в ужасе напуган, не понимает, что происходит. Пули свистят откуда-то, рикошеты летят, а никого нету. Окружить они могут форс-командера, который никогда не выйдет из этого странного окружения, из этой аномалии. Какой у них тир? Как мы их оценим? Невидимые, быстро бегают и мешают противнику двигаться.
То есть это вроде бы такой среднячок, но тир А, а потом посмотрим, может быть, на тир С мы их двинем. То есть за счет невидимости, за счет бесплатного реинфорса. Еретик хаоса. Вроде бы обычный рабочий, ничего не примечательный, но есть у него классная штука, как ускоренный труд. Посмотрите, с какой скоростью строится здание. Здание возводится моментально, но в ущерб ментальному и физическому здоровью этого рабочего. То есть он отдает жизнь, он душу вкладывает в эту постройку, отдает всего себя в это здание. Вот уж кто действительно искренне трудится на благо всей своей компании, то это рабочий хаоса. Лучше рабочего здесь, в принципе, вы не найдете. Рабочий хаос, ребят. Единственная фишка – это ускоренный принудительный труд. Возведет все ваши постройки моментально, в секунду, вложит душу в работу и не потребует никаких денег. В принципе, отличный парень. Как же мы его оценим? Куда мы его поставим? В принципе, фишка у него классная. Здание строится моментально, стоит он 60, всего себя отдал, здание возвел и умер. И другого тут же ты сделал. Б или А? Вот это интересный вопрос, правда? Согласитесь. Или А, или С, а может быть В, С. Я опять же говорю, вот эти вот споры про баланс в этой игре, это такое субъективное. Эти споры продолжаются годы, тысячелетия, и у каждого свое уникальное видение ситуации. Поэтому, ребят, не судите строго, братаны. Я не знаю, я без понятия, куда его ставить, серьезно. Но, вот, или А, или С, или А, или С. Давайте все-таки пока на Ашечку поставим вот сюда его гротиком, а потом, может быть, мы его пихнем куда-нибудь в другое место, да? Ух ты, гвардейский техприст. Гвардейские техпристы, в принципе, кроме строить, они ничего не умеют больше. Но их суть в другом. Они имеют командирскую броню, 310 здоровья и какой-никакой урон. То есть он и пострелять может, и в рукопашку он может побиться, и слабаки его точно не убьют, понимаете? Но они такие медлительные, такие валовые, долго строятся они, и доступны всего в количестве 3 штук. Смогут ли они застрелить 2 строителя, застрелить скаутов-космодесантника? Застрелить они застрелят, скауты их никогда, в принципе, не убьют. Но вот точность у них попадания такая плохая, вот как будто из «Звездных войн» штурмовики. Вот они стреляют и никак не могут попасть. Ну, 50 на 50, 100% у них попадания. Бьют они больно. Прилеты у них больные, но так они редко попадают. Это просто жесть. Строят здания они, в принципе, как и все, ничего не особенного нет. Чинят, да, возможно, чинят они неплохо. И за счет того, что они командиры и 310 здоровья, как бы они могут пожить за этой починкой. Ну, постреляться они могут. Но где вы видели, что в мультиплеере использовались эти строители в качестве боевых юнитов? Да нигде, да никогда они не будут стреляться. Так уж для вида сделали. Или уж надо было делать действительно у них урон прописывать, как у того же Кса дальнобойный, чтобы можно было раш делать этими рабочими. И летят они, дорогие мои рабочие, вот куда-нибудь на Б. На Б, серьезно. Нет у них никакой фишки, нет никакой изюминки в них нету. Такие, знаете, среднестатистические такие мужички, такие вот невзрачненькие. Некронские рабочие, ребята, некроны. Вот еще один классный универсальный юнит, 3 в одном, 10 в одном. Это тебе и капер, он точки тебе будет захватывать. Это тебе и строитель, он будет все твои здания строить, все здания. Это тебе и детект, он будет обнаруживать невидимые подразделения. А он еще и бесплатный, и реинфорсится тоже бесплатно. То есть это еще один юнит, который можно бесплатно реинфорсить. Точки захватывает, точки застраивает, здания строит, врагов обнаруживает, врагу точки декапит. Не, ну классная штука, согласитесь, прям универсальный, что-то чем-то эльдарским напоминает, прям все они могут. И причем они ездят достаточно быстро. Вот если так поглядеть, они парят, парят. 225, да умножая еще на 3, в общем, прилично здоровье-то у них набегает. Высоко они пойдут в ТРС, они пойдут вот сюда к эльдарам, вместе они будут стоять. Так... Космодесантский сервитор. А не умеет он ничего.
То есть, в принципе, он ничего не может. Он только строит здание и все. Да, здоровье у него 375, у него много здоровья. Здоровье крепкое у парня. Но ничего, кроме постройки здания, он не может. У него нет ни изюминки, у него нет никаких особых черт характера. Он не может ничегошеньки. Ну да, вроде бы он ездит, причем достаточно быстро он ездит, но... Знаете, и только, вот и только эту Тир-С. Вот Тир-С. Даже у гвардейца есть там терминатор, господи, командирская броня, урон, грот невидимый рабочий строит, а у этих та, просто вот такое себе, знаете, вот, не бей, не менее кукареку. Измученный раб темных Эльдар. Измученный рабочий темных Эльдар. Этот парень очень грозный, его главная фишка в его волшебной палочке, он... заставляет здание строиться без рабочих. Вот он махнул, и здание строится само. Махнул, генератор строится сам. И отсюда вытекает классная тактика, симбиоз с Некроном. Некрон скидывает все свои генераторы, возможные, на Т1. И эти генераторы строятся сами. Вот она в чем фишка этого рабочего темных Эльдар. Накидал палочки, намахал, наколдовал, Авада Кедавра и так далее... И здания все строятся сами. Тут же образуется классный симбиоз. У Некрона освобождаются руки, и его скоробей приезжают, начинает строить здание Дарку. Посмотрите, с какой скоростью достраивается эта казарма. Засеките ради интереса. Насколько сокращается время постройки дарковских зданий, когда их начинает строить Некрон? Вот они, скоробей, симбиоз. У них здесь симбиоз просто классный. Вот он подъезжает. Этот генератор был брошен последним, значит, вот этот генератор должен будет построиться, соответственно, последним. Некрошки скоробей его бустят прирост, то есть относительно вот этого предпоследнего генератора. Мы отвлекаемся и идем строить точку. Дарк накидывает точку, вначале машет своей палочкой, кастует заклинание, а теперь скоробеи еще ускоряют постройку этого поста. Понимаете, какой классный симбиоз? То есть в этой связке... Некр должен строить здание Дарку. И все это, посмотрите, он еще и свой построил, первый построился, и теперь построился вот этот. То есть Дарк здорово бустит постройку генераторов Некрону, а Некрон, собственно, бустит постройку Дарку. Вот она фишка темного Эльдара и вариант использования этой фишки с Некроном. Еще забавный вариант исполнения симбиоза темного Эльдара, например, с тем же Хаосом или с имперским гвардейцем. То есть Дарк накинул себе нужное здание. Дарк при такой тактике он вообще ничего не теряет. Накинул себе здание и побежал куда-то в чистое поле. Вот он как ускорился, побежал, спешит, торопится. И союзник этого Дарка накидывает турельки на базе у противника. Посмотрите, хаоситский раз возводится. Два возводится, и три возводится, эльдарские рабочие уже палочками намахали своими мечами, и все три турельки строятся, прикольно? Прикольно, ребята, моментально турельки все возводятся на базе у противника, строятся сами по себе. Дарк ничего при этом не потерял, кроме одного рабочего, но зато забрал у противника пару точек, ген-казарму, возможно, главку, без проблем, а его союзник будет либо течиться, просто на хаосе пойдет какой-нибудь в талоны или в дефайлеры, или может наспамить какой-нибудь ерунды, типа рапторов, так это поддержать, знаете, компанию здесь. Ну как вам, две турельки построено, третья построена, я считаю, классно. Здесь хаосу лучше всего, конечно, течиться. Можно и поспамить ерунду. А лучше потечиться. Ну, в общем, смотрите сами. Ну как он, куда вы ему отправим? Фишка классная. Идет он вашечку. Вот сюда. Вот сюда он идет. Рабочие сестры битвы. Ох, сколько видосов сделано с этими рабочими. Обалдеть, не пересчитать. Очень любят ломать здания. Это эдакие вандалы. И бегут куда-то, бегут они в бой. То есть, понимаете, только-только где-то там у противников достраиваются казармочки. Где-то здесь, здесь тут что-то уже заказано. Гвардейская казарма тоже улетает только в путь здесь. Вот они четыре рабочие казармы увидели, не пошли, а вот здесь, в принципе, замечает он казарму хаоса. И вроде бы лорд хаоса на 60, 65%, вот уже 70%. Прибегают и включают демонтаж.
Вандалы пришли ломать. Это вандалы, просто вандалы сестер битвы. Пришли, казарму сносят. Вышибает каждый рабочий где-то примерно 800 здоровья у здания. Вот и считайте, вот и думайте. Минус казарма, минус, не вычинивается. То есть, такой тактикой 8 рабочих ломается монолит, 7 рабочих ломается монолит, 8 для подстраховки, 12 рабочих ломается любая главка, абсолютно улетает только в путь, понимаете, да? Была казарма, нет казармы. Топчик, да? И тут же строят турель. Обалдеть. Сестринские рабочие. Это не просто там какие-то рабочие, там, господи, имперской гвардии, там, Эльдар. А это прям серьезно, это прям серьезный вклад в победу фракции «Сестры битвы». Прибежали, снесли производящее здание, войск, соответственно, нету никаких. Здесь возводится турель, и здесь уже сопки. Сопки, и где-то здесь, возможно, уже вот она уже бежит, Кана. Кана, сопки и турель. Прикольно. Ну да, рабочие, конечно, умерли, но это уже другой вопрос. Но здесь Кана, и здесь сестры, и здесь турель. Один, кстати, выжил. Обилочки откатываются, начинаем работать по главочке. Это полноценный боевой юнит сестер. Он и построит, и здоровья у него много, 375. И здание он сломает. Вот представьте, в пылу битвы, когда руки заняты микром на фронте, вот эти рабочие куда-то забегают в тыл и разваливают тебе казарму. Весело, правда? Куда полетят рабочие? На тира, конечно же, вот сюда. Что-то здесь много на тире скапливается, мы их немножечко потом попробуем еще проскидать. И рабочие империи Тау. Рабочий Тау имеет мало здоровья, 250, небольшая скорость передвижения, он только строит, он не умеет вообще ничего, это только строитель касты земли, то есть больше он ничего не может. Давайте хотя бы проверим скорость передвижения рабочего Тау и космодесантника. 375 на 250 по здоровью уже проиграл. Возможно, он чинит лучше. Это я уже не без понятия, кто чинит лучше. Такая мелочь. На 0,5%, допустим, будет лучше чинить рабочий Тау. 0,5%, господи, это такой существенный вклад в победу. Ну, в общем, он даже ездит медленнее, чем рабочий космодесантника. То есть это самый худший рабочий. У него нет ничего. Он неинтересный. Он плохой. Он вообще никто. Он только строит. Только строит, ребят. И летит он на тир Д. О, смотрите, как получилось. Ну что, давайте еще раз подумаем. На Д Тау 100%, на С космодесантника, на Б ни то, ни сё. Некроны и Эльдары здесь останутся. А вот эта веселая компашка. Может быть, кого-нибудь на Б опустить? Может быть, опустить кого-нибудь? А кого-нибудь, наоборот, возвысить над остальными? Ну-ка, что скажете? Кто возвысится над остальными? Гроты? Но у них только невидимость и создание помех противнику в передвижении. Рабочий хаоса — это полностью отдает всего себя в свою работу. Вот кто любит свою работу, так это еретик хаоса. Никто так не любит свою работу, как еретик хаоса. Никто! Рабочий темных Эльдар заставляет здание строить самостоятельно. И рабочие сестры битвы. Хотя, наверное, можно, знаете, как сделать? Вот так, вот так и вот так. Можно сделать, например, вот так. Угу. Делаем мы вот так. То есть немножечко еще разбавляем. Гроты особенно, ну еще невидимые. Ну и что, блин, ну как бы, ну и ладно. Невидимые, невидимые. И все на этом. И все. А вот действительно, у кого есть интересные способности, так это вот у этих парней. Рабочий хаоса, рабочий темных Эльдар и рабочий сестер битвы. Немножечко возникли у меня сомнения насчет некронских. Ну хотя это и детект, и капер, и декапер. И здание строит. В общем, это грозная штука. Так что, наверное, он здесь и остается. Примерно вот такой расклад у меня, ребята, получился. Если вы как-то считаете, что по-другому, я не прав, блин, напишите, порассуждаем. Я еще раз говорю, это такое крайне субъективное мнение. У каждого оно свое, у каждого оно правильное. Поэтому, братаны, не судите строго. Мой взгляд вот такой. Вот такой мой взгляд на рабочих в нашей чудесной игре Dawn of War Soulstorm. Именно на этих парнях
держатся фракции в этой игре. Именно эти парни вносят существенный вклад в победу той или иной фракции. Без этих парней победы не будет. Без этих парней не будет построен завод, из которого выйдут космодесантники. Без этих парней не будет построена главка, где будет заказан, например, Лорд Хаос. У меня все. Спасибо.